Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании Amarkets. Из данного видео вы узнаете, как изменить персональные данные. Для того, чтобы внести изменения в ваши персональные данные, нужно войти в личный кабинет на сайте компании. Затем перейти в раздел «Мой профиль», «Персональная информация». На данной странице вы можете поменять свою фамилию, имя, а также номер телефона. Помимо этого, можете внести дополнительную информацию, указав Skype, дату рождения и дополнительный номер телефона. После того, как вы внесли изменения в соответствующие поля, необходимо нажать кнопку «Подать заявку». Если вы меняете фамилию или имя, после подачи заявки необходимо разместить паспорт в разделе «Профиль», «Верификация» для подтверждения ваших данных. Также просим указывать актуальный номер мобильного телефона, так как с вами может связаться сотрудник компании для подтверждения заявки на изменение персональных данных. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!